Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Да, у нас новая неделя, турнир закончился. И забираем свой приз. Ха, мастер, одна звезда. Отлично, ребята. А когда я заканчивал, я был на 76-й позиции. Я думал, меня сбросят, но, как видите, все у нас получилось. Ну что же, получаем наш сладкий ревард 8400 плюс астрозуб 40 ДНК, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Так, забежим быстренько в магазин и откроем бесплатно с вами колоду. Так, задания у меня, по-моему, все сделаны. Я вижу там паукус у нас. Угу. Задания все сделаны. Так, 8,5 часов до отката. Хотелось бы посмотреть, у нас получится с вами или нет. Не получится, а почему, ребят, сколько нам не хватает? По-моему, 20 ДНК, да? Если я, конечно, не ошибаюсь. Даже не 20, а всего лишь 13. 13 ДНК нужно, ребята, нам для того, чтобы открыть острозуба. Точнее, даже не то, что открыть, а проапать его. Проапать. Так, 330 осколков нам нужно и 9000, да? Дороговато, конечно, но... Но выполнимо. Так, ребята, у нас сегодня с вами аренушка. Естественно, мы с вами бустанем и заодно посмотрим, какие тут у нас турнирные арена. Ну вот поверьте мне, ради змеи Карай я не буду выпендриваться. Вы прекрасно знаете, что она у меня по максималке. Единственное, чего не хватает, это нам 400 платиновых осколков, чтобы перевести ее в платину. Так что за Карайку в этой неделе я глотку рвать не буду. Уж извините меня, пожалуйста, ребят, но вы сами, наверное, поймете. Ну, а посмотрим, что за испытание. Неужели у нас будет Усаги? Вот это подгон. Ребята, Усаги мне нужен, если я не ошибаюсь. А, мы его прапали. Но все равно мне нужно, ребята, его до 5-й звезды прокачать и, конечно же, перевести в платину как можно быстрее. Поэтому задание на Усаги, это меня вполне устраивает. Также у нас силы природы, как раз где у нас будет Химера. Про это испытание я давно вам говорил, что его не было. И вот оно появилось, и сцены насилия. Ну, а у нас, естественно, в первую очередь турнирная арена. Пускай мне ДНК на Карайку не нужны, но, извините меня, платиновые осколки еще никто не отменял. И давайте попробуем сегодня бустануть, буквально сколько тут у нас прошло, наверное, минут 40, да, как обновилось. Так что начинаем мы с вами и берем по максимальным бонусам, будем идти, ну, пока я вижу тут все абсолютно одинаковое. Так что будем начинать с Женька. Так, Женька, ты готов, я думаю? Да я думаю, он готов, ребята. Он, наверное, ожидает следующего моего видосика. И он знает, что сейчас я с ним встречусь. Так, ладно, ребят, погнали. Хватит шутки в сторону, как говорится, да? Пора приступать к серьезным делам. А ну-ка, осколочками по ним. Бамс! Шикарно. Бамс, упал. Эйприл, куда ты тут? На кого ты булочки свои крошишь? Ёлки-палки, а? Ну, вы понимаете, ребят, да? Первые там 10 боев у нас будут вообще на изи идти. Дальше уже посмотрим. Но я думаю, что сегодня, если пройдем с вами без... поражений, может быть, даже доберемся до самурая 3 звезды. Мне бы лично очень сильно хотелось, а лучше бы в Сёгун. Прикинь, в Сёгун рванем с вами. Вот это будет имба. У нас рекорд Сёгун 2 звезды, да? За одну заходку. Так, здесь можно выбирать. Давай вот этого Андрео. Или нет, не Андрео, а Андреа. Это девушка все-таки, как-никак. Ладно, хорошо. Тогда давайте, ребята, 30 уровни против 14-х. Это просто избиение настоящее будет. Просто избиение. По-другому это не назовешь. Шинигами красотка, да? Опс. Она мне напоминает чем-то, ребят, какую-то маленькую ведьмочку. Может быть, это и есть ведьма? Я просто не смотрел мультики. И я не знаю, кто она такая на самом деле, но похоже. Потому что у нее такая шапка, как у ведьмы. Плюс у нее в руках летучая мышь. Но только откуда в черепашках ниндзя... Ведьма. Хотя, чему я удивляюсь, ребят, откуда там можно сказать также, откуда взялся и Крэнк, да, и Рокстеди, и все тому подобное. Чему мы удивляемся? Это же мультик, елки-палки. Так, ну что же, двигаемся тогда дальше. Я тут даже не сомневаюсь, ребят, мы переходим сразу на воин 3 звезды. Отлично, бустуем с вами. Так, и у нас уже 4 персонажа будет доступных, и начнем по максималке, ребята. Естественно, по максималке, потому что мне нужно очень быстро... рвануть очень моментально, я бы так сказал бы. И вот такие вот герои у меня будут. 30 уровни против 20-х, 22-х.
То есть, опять же, будет легкое такое, знаете, пошлепывание. Да, я думаю, именно так это можно назвать. И начнем мы с Майки. Давай вот этим вот ударом. Худыч, не пробил. А пощечину? Вот это другой разговор. Так, нейтрализатор. Ну, давай бомбанем его, наверное. Шикарно. Кирби, успокойся, пожалуйста. Успокойся, я тебе сказал. Пощечина. Опа. Ну и остается у нас, ребят, Карайка, которую, естественно, мы с вами без проблем убиваем. Ну что же, двигаемся с вами далее. Пока все хорошо, бустуем неплохо. Очень быстро поднимаемся по рейтингу. Но, опять же, ребята, вам скажу одно. Как быстро поднимаемся, так быстро и упадем. Но, по крайней мере, нам будет попроще. Не как в тот раз, трехдневная задержка. И я там карабкался, барахтался. Причем, посмотрите, ребята, сколько у меня откатов. Их практически нет, потому что я все их потратил. Да, я потратил для того, чтобы остаться в мастере. Так, ну что, кого возьмем? Давайте посмотрим. Тут абсолютно все одинаковые, поэтому берем с наименьшим уровнем. С наименьшим уровнем, чтобы, как говорится, беспроблемно нам пройти. Донни, Пит и две черепашульки. Думаю, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы разобрать вот эту вот фуфломенькую командочку. Так, а ну-ка, бомбочка. Тыдыч. Бомбочка как-то не особо хорошо тут бомбанула, если честно. Кляксу я пока не буду применять. Вот давайте, наверное, Рафаэля, потому что он хиллер. Да, пускай он будет слабо хилять, но он хиллер. Прожгем его, интересно. Дыдыч. Бинго. Так, Крис Брэдфорд, естественно, ребята, делает на атаку. Скилл, это все понятно. Это одобряю даже я, потому что я то же самое бы сделал. Рафаэль промахивается, а мы убиваем железную голову. Нет! Это интересно, а так если? Хм. Слушай, забавно получается. Я думал, что они будут у меня падать, как сосунки, но не тут-то было. Да, не зря говорится, никогда не недооценивай своего противника. Всегда, может даже слабый враг с виду казаться, а на самом деле он может быть такой сильный, что у тебя просто так будет подгорать, и ты будешь локти кусать. А знаете почему? Почему ты будешь локти кусать? Потому что ты был уверен, что ты сможешь его победить, и в результате ты проигрываешь. Да, это у меня в Clash Royale такая же, ребята, беда, да? Когда я вижу, что, ох, думаю, да ладно, сосунок, вроде проигрываю, да, башенку я ему снес, ну все, я его сейчас уделаю. А потом он мне бац, делает комбу, и я просто улетаю в никуда. И сижу и думаю, да, с выводами я, конечно, поспешил. И это касается абсолютно всех игр. Так, ребят, мы с вами дошли до 30 уровней. У нас даже не то, что 30 уровней, у нас здесь даже 32 есть. Поэтому, с вашего позволения, я возьму, наверное, здесь... Армагоши, это будет, наверное, слишком жестко, да, для них. Давай возьму тигра. Тигриный коготь немножко бахнет со своей пушечки, да. Понизит им защиту. Ну, а дальше, я думаю, мы... Дальше, я думаю, мы с вами разберем. Так, убираем. Уберем Кирби. Он будет хилять. Но вряд ли он успеет. Так, теперь Острозуба. Вот таким вот, ребята. Ух, обожаю этот удар. Тыч. Но он не прокачанный, поэтому слабенький. Ну давай, в провокацию. Нет, ты кулачком решил бомбануть. Зря, зря, парнишка. Хотя и провокация тоже бы тебя здесь не спасла. Давай уж будем, как говорится, глядеть правде в глаза. Ну а мы с вами, естественно, ребята, передвигаемся далее. Так, я попаду в элиту 2? Да, ребята, элита 2 звезды меня встречает. 52-я позиция, шикарно летим. Ни одного поражения пока не было. Я надеюсь, таких и не будет. И выбираем мы с вами Логана. О, Логана. Нет, не Логана будем брать. Мы будем брать с вами Дэвида лучше. Да, потому что он, мне кажется, он будет послабее маленько. Тут у него тоже, ребята, есть 30 уровень. Раз, два, три, четыре. Мне нужно брать какого-то крепыша к себе в команду. И это будет, наверное, Майки. Да, пускай он будет 45 уровня, но зато стабильно и надежно. Ну, сами понимаете, да? Массовый выстрел из лука, понижение атаки. По-моему, понижение атаки же делает, да? Угу. Причем всем, кроме Рокстеди. Так, мушка, я знаю, что ты хочешь... Нет. Или мушку. Давай мушку попробуем пробить. Мондогека тоже. Как говорится... Да елки-палки, тоже надо бы его, ребят, пробить. Вот они, кстати, упустили свой шанс. У них была... неплохая задумочка ускорить своих
Да елки-палки, своих юнитов, да, и они бы тогда бы стали бы в разы быстрее ходить. Ну-ка, пробьем. Фу-чу. Контратака, бумс. Ладно, это пока терпимо, добьем. Так, что, поджигать будет? Нет, валун бросает. Мимо. Так, Хан, это тебе за прошлый удар. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, у меня провокатора нету. У меня есть отхил. Ух, хиляемся. Отхил, конечно, нет, в принципе, неплохо, неплохо. Я думал, будет хуже. Так, Крис Брэдфорд упал. И так, давай-ка мы так сделаем. На критовку, ребята, естественно. Почему я все время называю на критовку? На самом деле это... Так, нет, парень, мы сделаем немножко по-другому. Я не хочу атаковать, он под контр, ребята, атакой. А вот это вот, пожалуй, сделаем. Ну, он у меня... Фух. Так, 30 уровень. Да, в принципе, чем боимся? Давай просто дракончиком поджарим его. Я думаю, он упадет. Я. Yeah. Плюс еще там был постепенный урон на нем повешен. Так что никаких шансов на выживание у него просто не было. А вот то, что у нас остался персонаж в живых, это просто какое-то чудо на самом деле. Ну, элиточка. Три звездочки. Роднуля меня встречает, а мы продолжаем. Так, и выбираем мы с вами либо Тома, либо Татьяну. Мне как-то Татьяна ближе по духу. Поэтому давайте будем с ней воевать. До сих пор еще у нас много, ребята, 30-31 уровней, а у него уже 32 пошли. Поэтому сделаем, наверное, с вами немножко по-другому. Мне нужен массовик. С массовой атакой я имею в виду. И это будет, наверное, кого взять-то? Алапекса? Нет. Шредер, что я думаю-то? Шредер, конечно же. Супер атака шредерская. В плане кланфутовцы должны нам здесь помочь. Мы начнем как раз именно с них. Потом надо будет, естественно, Кирби убрать с поля боя. Кирби, ты готов покинуть поле боя? Я думаю, готов он. Тыч. Не понял. А так, если... Нет. А так, если... Лучом должны пробить. Ну, поджарим. Хорошо. Так, Лео. Дальше. Ну, этот Винвиз. Это хорошо, что он уходит. Так, Баксер Стокман, надеюсь, не будет вызывать своих... Нет, ну у них меткость, ребят, повышенная. Поэтому провокация. Делаем провокацию. Отхил пока не буду делать. Уничтожим, наверное, с вами Леонардо. Шик и блеск. Теперь бомбанем Майка. Таранем его так. Тыч, тыч, тыч. Хорошо. Массовая атака. Теперь надо будет применять, ребята, хил. Применять хил. Вот, от Шредера. И Бакстер Стокман. Что он будет делать? Я боюсь, что он сейчас вызовет, ребят, все-таки этих маузеров. Не пробьешь. Не пробил, отлично. А мы, опс, уронили. Так, ну-ка, пробьем. Да ладно, Шредер 45 уровня. Так слабо бомбит. По 32-му. Да ну хорош, вы издеваетесь надо мной сейчас в данный момент, да? Ну, бум, уложили. Ну что, да елки-палки. Что-то затянулся бой-то у нас, да? Вроде такие уровни-то маленькие, а драка такая довольно нешуточная была у нас. Ну, ладно, двигаемся дальше. Так, тут я все пропускаю. И самурай, уже самурай, одна звезда. Клевенько. Так, определимся. Опять тут Логан у нас. Янис Валикхан. Слушай, ну, а кого тут взять там? Ну давай я, наверное, возьму Яниса. Возьмем с вами Яниса. Но не забывайте, ребята, тут уровни-то уже какие. 36-35. То есть наш противник нас опережает. Причем в разы. И значит я возьму здесь Донни с его суперской защитой. И возьму, наверное, здесь Крысиного Короля. Я уже думаю, что здесь-то он не погибнет. Я надеюсь на это. Хотя он может, он такой непредсказуемый чудик у нас. Так, укрепляем свою команду на атаку. А теперь массуху от крысиного короля, который не прокачан у нас причем. Что делаем дальше? Кого? По идее, нам нужно убрать с вами вон того Рафаэля. Ну? Тыч, постепенного урона не было. Я боюсь... Ох, массовая атака от Рафика. Хиллер есть у нас? У нас хиллера нету. А у него есть. Угу. У него есть, ребята, он отхиливается, конечно же.
Так, контратака. Ну что, я предполагаю сделать нам защиту дополнительную, так? Ах, ты жук, ах ты жук, ты навозный. Боюсь, что он у меня не выдержит, да? Три контратаки по лицу, это будет больно. Поэтому давайте, наверное, начнем вот отсюда. С Криса Брэдфорда. Так, ну-ка, бомбани. Какой он крепкий, а так если... Есть, уронили. Так, давай, ребята, захиляемся. Продохил будет ничтоженький. Ну, лучше такой, чем никакого, верно? Ох, Майки, родной, нет. Это он зря сделал. Я вам заявляю точно. Это было зря. Он ответит за свои действия перед лицом смерти. Вот серьезно говорю. Просто я его истреплю, пускай. И вот за это тоже. И за это тоже ответит. Все. Они меня вывели из себя. Как же я мог так лопухнуться, ребята, а? Ну как? Ну все же было четко. Ну почему? Почему вот так вот все происходит? Потому что, знаете, ребята, у меня был хил, но он слабый. Вот и все. Давай еще Донни мне положи здесь, фаворита на 43 уровне, они меня ушатают сейчас. Будет вообще финиш просто полный, ребята. А это и так финиш, по-моему, нет. Ладно, еще как-то умираемся жить. Я не знаю, как у меня Донни выживает здесь. Давай бомби своим лучом. Давай еще одну атаку сделаем. Ну, хоть кого-нибудь положи, пожалуйста, мне здесь, а? Хоть кого-нибудь. И... Пипец просто, ребята. Вот это называется фейловый раунд. И вот из, именно из-за этого раунда мы с вами не попадем ни в какой, блин, этот... Ни в какой сёгун мы с вами не попадем. Вот как пить дать, не попадем. Потому что, ну, 83, ну что это, ну, ё-моёшечки, а. Ай, вот так всегда, вот так всегда. Как вот начинаешь идти, да, вот видишь же, что все хорошо. Но ведь я думал, что действительно 45 уровни смогут справиться с 34-ми там или с каким-то. Но нет, нет. Отдуплились. Причем оба. Ладно, я возьму Ванюшу и этот. Вот, вот это точно, ребят. Ну, извините меня, 37 и 60 уровень. Ну, как ни крути, 23 левела разница. Они должны падать здесь, как листья осенние. В принципе, что сейчас в данный момент и происходит. Ой, а там, да, там, конечно, мы с вами... Точнее, я лопухнулся. А вы понаблюдали, как меня там слили просто-напросто. Обидно? Обидно, досадно, ну ладно... Как кто-то так говорил. А мы двигаемся с вами дальше. Максимилиан. Максимилиан, ну, что я могу сказать? Нет, я буду брать вон М-Таха. М-Таха, 40-е уровни уже здесь. Я очень рад их видеть. Мы, в принципе, ребята, тоже с вами на 40-ых уровнях. Но возьмем одного имбишку. Это будет у нас Паукус со своим суперплевком. Массовым. Также не забывайте, что у меня есть специалисты тоже, которые имеют массовую атаку, но начинает паукус. Тыч. Так, ага, захиляться решил. Вот тогда, ребята, вот из-за этого вот Рафика, который хиллер-пиллер, мы и сдулись с вами. Да, там еще Донателло постарался, конечно, на защиту. Кто-то из подписчиков там уже бедный кричит, не может. Рэй, сколько я тебе говорю, качай Донни, качай Донни, он тебе пригодится. Ребят, я бы с удовольствием качал бы Донни, если бы у меня были ДНК, вы поймите тоже. Я не могу же его просто так качать. Или что, вы хотите по уровню качать его? А смысл? Так, на тебе плевок в глаз. Смачно. Ну что, двигаемся дальше. Ну здесь, естественно, ребята, все должно было быть изи. Два, извините меня, почти хая уложили эту всю бригадку. И мы только сейчас попадаем с вами в самурай. Две звезды и 65-я позиция. Так, противничек у нас пока еще ватный до сих пор. И это большой плюс для нас, потому что я хочу подраться вот с Серегой. Да, я буду драться с Серегой, у него 41 уровень, а у нас... А у нас в квартире газ. Вот таких вот я возьму. Крипа возьмем, возьмем Шреддера и одного из хаев. Это будет у меня Змея Карай. Можно было бы взять и Змейка Вьюна, но я думаю и Караюшки здесь будет достаточно. Так, ну что, роднули, привет. Как жизнь молодая? Вы ждете меня, сейчас вы
дождетесь. Тут Лео, кстати, есть у него. Ну-ка, балбесы, на помощь призываем. Пум-пум. Минус 2. Лео, давайте, наверное, Лео мы с вами уберем. Баллончик бросим, посмотрим. Ага, заблокировали способность. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Тихо ты. Ты смотри, что, а, ребята. Я говорю, вот этот удар имба. Что, смотри, на Монда Гека переключились. Так, давай вот так провокацию будем брать. Уберем отсюда Лео, к ядрень фени. И вот теперь этого Лео. Все. Да, Монда Гека, не ожидал я тебе. Сейчас бы сфейлился и вообще было бы трындец полнейший. Двигаемся, короче, ребятули, с вами далее. Самурай 3 звезды? Нет, 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 ребятушки. Никаких пока не 3 звезды. До сих пор топчемся в двухзвездочном. И у нас Филипп, который нам дает, естественно, ребята, пропуск. Он нам дает пропуск на 3 звезды. Так, где у меня тут герои-то мои? 45 уровень. Все равно он, ребята, нас немножко превосходит. У него есть 46-й, это Крис Брэдфорд. Поэтому Змейка Вьюн нам в помощь здесь. Со своей, естественно, массовой атакой. Которую будет, наверное, первый и делать ее, да? Нет. Первый у нас выступает Майки. Так, пумс. Слушай, неплохо бомбанул. Теперь давай вот так вот сделаем. Кто-то упадет. Кто-то упал. Один хил от этого Бакстромухи. Так, контратака только на Бибопа упала. Поэтому давай, наверное, с вами вот этого ликвидировать. Так, нетушки, не... Слушай, подожди, 45 уровень. Давай вот так вот, массовую атаку волной. Контратака, конечно, сейчас произойдет от Бибопа. Это терпимо, на самом деле. Ага, вот это уже жестко. Две-то зачем? Провокацию тогда берем. Ух, носорог бушенул, да? Тыч. О, массовая атака. На-ка. Вот и все, делов-то на копейку. Размечтались, думали, сейчас тут... Ну, могли бы, ребята, мне здесь предоставить небольшие проблемы, но я выкрутился. И вот теперь мы попадаем с вами в Самурай 3 звезды. Так, Самурай 3 звезды, 62-я позиция. Хм. Дипика, что еще за Дипика? Дипика. Ну, ладно. Нет, никакая Дипика. Фахим. Возьмем Фахима. Где у меня тут... Раз, два, три. Четыре и одну имбу. Одну имбу, кого взять? Давай, наверное, фиг с ним. Это будет у нас Бакстер Стокман собственной персоной. Если он сейчас будет ходить первый, то, естественно, всем хана. И Алапек сходит, да? Ладушки. Тыч. Погнали. Стоп, 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 стоп. Я не договаривался так. Пробьешь, интересно, нет, Лео? Постепенно, постепенно. Это минус 2, да? И вот этого нам просто надо добить. А ну-ка, а те должны сами рухнуть. Круто. Ну что же, Фахима мы с вами победили. И двигаемся дальше. Так, ну здесь, естественно, пропускаем. Так, должны с вами перебраться в сёгуны, да, на следующем бою. Так, Анастасия, Брюс и Владимир. Ну, давай, наверное, возьмем с вами Анастасию. Анастасия, и тут у нас, какие у нас герои-то остались? Еще 45-й, 46-й, 50-й. О, еще очень много, ребята, слабачков у нас здесь. Очень много, и здесь нам Зэк подойдет. Зэк со своей бомбочкой. Сейчас будет бомбить. Ну что, начинаем с бомбочки. Так, хорошо. Слушай, я не знаю. Ну ладно, давай сделаем. Хорошо, пускай будет дополнительная защита. Пускай все это будет. Можно было, конечно, и бомбануть сразу же. Так, что он тут предпримет? Отхил. Неплохая попытка. Я боюсь за Эйприл. Почему-то я боюсь именно за нее. Что сделаем? Давай, наверное, крит... Повесим. Ой, это не то было. Хиляться пока, я думаю, не стоит. А вот просто бомбануть, наверное, можно. И это надо сделать по майке. Так, Микеланджело. Что, мимо? Мимо, ребята. Это было мимо, ты понимаешь? Черт подери, да как. Ну-ка давай его. Уби. Никак мы не можем, ребята. О!
Так, ответный удар, бумс, выживает. Хорошо, так, Хан, это все понятно. Нам нужно с вами Криса, наверное, убрать отсюда. Минус Крис, Хан опять выеживается. Ага, он понижает нам защиту и атаку. Тогда мы с вами добиваем вот этого паренька Ваню. Так, Микеланджо, наверное, будет следующий. Тихо ты, Эйприл, он пинает мне. Пич. Ну что, Ханыга. Я сейчас порву на маленькие кусочки. Погнали. Пич. Так, удар Вентурона. Ой, господи. Че несу? Яйца, наверное. Ну что, ребята, идеальная победа, и мы с вами продвигаемся. Конечно же, дальше. Конечно же, дальше. Вау, Сёгун, одна звезда. Рекорд Сёгун, две звезды было, да? Получится, интересно, побить этот рекорд или же нет. Так, смотрим. Слушай, одинаковые кубки, одинаковые награды. И я думаю, что нам нужно с вами драться именно с Кубой. Берем Кубу. Берем Кубу. Берем наших бойцов. Берем наших... кого? Ну, давай железную голову, предположим, я возьму. Я думаю, что будет его одного достаточно. Если он бомбанет своим взрывчиком, да, своими ракетами, торпедами, они все тут отдуплятся. Но по Донику не грех вот так вот звездануть. Отомстить. Я до сих пор на него очень злой. Еще за ту катку, где мы с вами профукали. Ну-ка. Бам. Упали двое. Ванюша, извини, отдохнуть тебе пора. Угу. Так, Лео. А давай массовой атакой. И Бибопчик. Нет, все-таки смотри-ка, что-то решил иммунитет на себя повесить. Он его так спасет, ребята. Он его так спасет, вот так. Как он сейчас и лежит. Вот так его спасает иммунитет. Ну, а мы вперед только с песней. Ну, давай. Пропускаем. И мы на какую позицию? 28-я. Хорошо. Ребят, слушайте, ну это как-то странно. Мы с вами... довольно лихо идем. Несмотря на то, что даже произошел у меня фейл, мы с вами добираемся до... так, сделаем. Мы с вами добираемся до лиги Сёгуна. Две звезды. А это у меня был рекорд. Странно очень. Ну что же, это круто. Это круто, но поверьте мне, завтра или когда мы там будем с вами играть в нем, нас, как обычно, скинут по самое не хочу. Чуть ли там, я не знаю, не до самураев одной звезды. Это как пить дать. Так, бомбанем ракетками. Шикарненько. Так, у меня... а, у меня нет Леонардо, поэтому массовых атак здесь нету. Угу. Гранату бросает хмыреныш. И все везде мимо, ребята, абсолютно. Ну, тут попал только, да? А мы вот так тогда сделаем. Дальше давай вот этого Лео уберем. И Бибопчика. Просто вот так вот, оп, и нет его. Так, что, Ханыга, это тебе за брата. За твоего Донателло. Ну что же, мы с вами двигаемся дальше. У нас, кстати, очень мало персонажей. Я бы даже сказал, всего лишь два. Я знаю, что мы этими героями можем с вами разрулить. Ну вот о чем я и говорил. Лига Сёгунов, две звездочки, как с кустика. Дальше ума не предложу, что делать, ребят. У нас нет никаких персонажей. Откатов у нас всего две штуки. Тратить их мне неохота. Этими ребятами я просто сейчас разорву их всех. Вот давайте посмотрим. Я беру сейчас Лео, делаю вертушку. Тут падает половина отряда. Должно быть так, по идее. Смотрим. Шик. Ну, почти половина. Дальше просто идет избиение. Бумс, минус один. Да ладно тебе. Ой, это ты зря, парень, делаешь. И добивочный, все. Изи катка, ну ладно, хорошо, пускай двумя персонажами. Единственное, что мы не получаем с вами шикарный такой вот, скажем, бонус в виде кубков, в виде продвижения вверх. Но зато прошли и всех использовали с вами. И перемещаемся на 70-ю, да? А, даже на 75-ю позицию. Как-то вот так, ребята, у нас получается это все. Испытания мы с вами будем проходить уже в следующей серии, да? Ежедневные осколочки, это я уже набью. Хотя, что я набью? Давайте набьем уж вместе. Че мы будем что-то там ждать с вами? Ну, просто ради фана, ребят. Ради фана. Я вам скажу, что последняя попытка, да, на золотых осколках может провалиться. Поэтому
Может быть, даже придется 2 или 3 разика переигрывать. Как-то все зависит от того, кого уложит он в первую очередь. И как у нас пойдут, естественно, атаки. В каком порядке. Так, 8 золотых осколков. Ой, золотых, серебряных. Мы с вами получаем. Идем за 16 осколками на золото. Так, запрыгиваем. И развешиваем ему. Да не буду я никакого уклонения делать. В данный момент оно не актуально. Вот серьезно говорю, он все равно тут бомбит по-детски. Вот, а когда мы переходим с вами... А, ну в принципе на золотых осколках тоже можно, ребята, спокойно и безмятежно его бомбить. А вот на 16 осколках золотых, вот это будет, да, это будет трабло, это будет проблема для меня. Но опять же, еще раз говорю, ребят, все как пойдет. Если он начнет бомбить, тут... Кто кого передамажит. Если у нас хорошо пойдут атаки, мы его быстренько ушатаем. Так, маузеров. Вот видите, он иногда может вызвать маузеров первыми, а может иногда выпустить ракету. Это непредсказуемо, понимаете? Так, готов. Ну что, и последний у нас заключительный, так сказать, бой для 16 золотых осколков. Посмотрим, кто кого. Посмотрим. Ну, я еще раз повторю, ребят, не уверен, что с первой попытки может у нас все получится. Так, в бой. Естественно, тут уже надо будет применять уворот, уклонение от майки. Без него никуда. Но он ходит первым. И вот, ребята, видите, вот здесь очень плохо. Почему плохо? Потому что он сделал волну и повесил очень много постепенного урона. Даже если я буду сейчас отхиливаться, меня это не спасет. Так, твою ж дивизию, что ж ты делаешь, а? Ирод этакий. На, тоже постепенно урон повесили. Давай захиляемся, фиг с ним. Я сомневаюсь, конечно, что большой отхил получим. Так, бомбить теперь ракетами. Лео, давай делаем вертушку с тобой. Шик. Так, постепенный урон его тоже, ребята, подбивает потихоньку. И добьем, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А так? Ну, я знаю, что постепенный урон... Шикарно. Все, отлично, ребята, получилось. Несмотря на то, что он волну сделал, и у нас были черепашки под, как говорится, постепенным уроном. 16 золотых осколков. Все. Так, что я хотел, ребята? Я хотел еще сбегать быстренько в магазин вот сюда вот и посмотреть. У нас... Ага. Пульверизатора можем взять с вами купить. А тут... О, да, ребята, конечно, конечно, у нас хватает как раз купить 3 ДНК на кроликов. Так, что вы собираетесь купить? Да, я собираюсь купить 50, ребята, 9 ДНК. Остается нам всего лишь 11 ДНК где-то надыбать. Да, и все у нас будет тип-топ. Кролики у нас будут, как говорится, в кармане. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой, пожалуй, ноте мы с вами будем закругляться, да? Неплохо все-таки сегодня получилось, несмотря на то, что сфейлились. Мы с вами в Лиге Сёгунов 2 звезды. Ну, а продолжение уже будет в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.